Я готов служить отчизне. 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 Короче говоря, всем привет. Да, перед вами великолепная игра. Топовая. Одна из топовых игр. Counter-Strike. Что же сказать. Как-то меня сюда занесло. Так, сейчас, секундочку. Я начал с этого момента, потому что я пока к игре не привык. Играл я... О, мне подарили АВП! Так, мне надо купить, подожди секунду. Сейчас я вам расскажу историю. Давайте купим дымовушку. Флашбаг. Я уже говорю, что я вырос на таких играх, как Morrowind и... И Skyrim. Нет. И Counter-Strike 1.6. Блин, я что-то даже недавно не стрелял с этого говна. Дайте мне уйти отсюда. Counter-Strike 1.6. В свое время я долго в него играл, да. Был супер профессионалом. Я с одного пистолета убивал минус 15 человек. Но это было давно и неправда. Потом я проснулся и так далее. Потом был период, когда я перестал играть вообще. О, молодец, красава, красава. Ну, АВП мне пока рано, я сразу говорю. Пока рано. Ну, теперь хотя бы нас ничего не будет отвлекать. Потом очень долгое время не играл. И только сегодня я вот купил эту игру, установил, поиграл в нее вот всего лишь 2 часика и решил записать. Само собой, пока мне вообще ничего не привычно, абсолютно все непривычно, грубо говоря. То есть ничего не помню. Ну, в CSGO я вообще ни разу не играл. О чем здесь говорить? Я ни в Source не играл, ни во что, только в 1.6. Сами понимаете, что по сравнению с 1.6 карты переделаны, все карты переделаны полностью до неузнаваемости. Ну, это, в принципе, карта Dust 2, да? Осталась такая же, какая она и была. Ее можно узнать. А вот такие вот карты, как это, Military, да? Вообще неузнаваемая карта. Так вот, решил я поиграть, скачал, все купил, установил. И вот мы с вами в этой игре. Давайте, я думаю, понагибаем, что ли. Мне нужно вам показать свой high skill или hard skill, как пожелаете. Само собой, какой-то великолепной игры от меня ждать не стоит. Я говорю, я очень много лет не играл, да. Пока у меня опыт, считайте, с нуля начинаю. Но я хочу все равно понагибать. В прошлый раз вы видели, я так красиво бежал. Я думал, сделаю минус 5. Нет, да, АВП пока рано. Есть смысл брать АВП, когда вы уже знаете карту хотя бы, да? Знаете, где ваш враг стоит, знаете, где его голова висит. Так, дымовушка. Как бы стоят здесь наши, не хочу ему мешать. Он далеко так отошел. С той стороны, нам нужна дымовушка, чтобы в наших не попадали здесь. Потому что здесь постоянно прессуют. Во, нормалек. Видали, я засейвил сразу пару человек. Сейчас самое главное мне не упасть, я ничего вообще не вижу. Чё за дебил кинул? Ага! А, вот все. Я потерялся. Так, нас постоянно здесь окружают, да, с этой стороны бегут. Мне бы сделать пару хедшотов. Ослепляющая граната. Давай. Опа, let's go, давай, братюня. Я бегу. О, минусанул одного бомжа. Я слышу, они бегают где-то здесь. А мы просто бежим. Типа мы можем сделать вид, что мы свой. Я просто бегу на базу. О, блин, дерево. Нечестно. Это не дерево, это параша. Ну, вы видели, да, что эти лахи, они еле-еле что-то смогли мне, не знаю, противостоять еле-еле как-то. Тут зарешаю, это сраное, не знаю, что там стояло, какое-то железное говно, я просто в нее врезался и не мог идти. Но все равно, это был отчаянный поступок. Я хотел записать, конечно же, карту Dust 2, но я пока не разобрался, как можно играть по сети, да, и выбирать карту. Я сейчас понял, как можно примерно, да, там надо заходить, выбирать сервера, но там, как обычно, есть частные сервера, да, частные. Ты заходишь, и там начинается скачивание 1.5 часа. А мне... О, а где голосование? О, да. Пожалуйста. Братцы, ну какой инфер... Ладно, к сожалению. Ну давайте мы еще сейчас поиграем. А, как раз я посмотрю карту Insertion.
Я не видел эту карту, я даже не представляю, что это за карта. Хорошая игра, да, по ней тоже есть всякие чемпионаты, интересная игра. Я думаю снять по ней много выпусков. Мы сможем с вами играть, это просто на изи, да. Тем более, эта игра у меня на новом аккаунте, я специально сделал новый аккаунт. Поэтому это аккаунт будет чисто для этой игры. Для Counter-Strike Girl. Ой, Counter-Strike Go. Я думал, это Смайл. Ты чё, мразь? Ты чё, тварь тупая, а? Ну, здесь разминки, да? Как Ладаут, помните? Там тоже есть разминка в начале. Я ничего не вижу. Он, меня пересадили? Мы куда-то прилетели? Дайте-ка я вспомню, что это за карта. По-моему, здесь нужно будет в дом бежать, да? Это не факт, я не помню. Давайте посмотрим. Здесь мы должны закупаться, по идее. Да! Покупаем вот это. Потом у нас... Кстати, я заметил, здесь, конечно же, отличия есть от старой версии. По-моему, здесь автоматом закупаются патроны, заметьте, да? О, нас постоянно перекидывает. То есть, в 1.6 версии тебе нужно покупать патроны. Здесь они автоматом уже покупаются априори. Априор. Априори. Я вообще не представляю, что за карта. Ах ты, чмо, а? Здесь, по-моему, много отличий. Здесь убрали прицел, насколько я помню. Или его нужно отдельно ставить на пушку. То есть, у большинства оружия прицела вообще нету. Я не могу, например, с пистолета прицелиться. Хотя у пистолета, видите, есть прицел, да, но я не могу прицеливаться. Это бред, конечно. Что за карта вообще? Я не припомню даже близко. А то меня стреляет. Достали, уроды. Дебилы тупые, ножи меня обижают. Во! Теперь эта игра превратилась в The Forest. Теперь нам нужно выжить. Мы упали с вертолета, пойдемте выживать. Точно, выживать! Let's go! Поехали! Период покупки... Нет, я не хочу ничего покупать. А, это, наверное, респаун. Подождите, это не то место, где замок будет? Нет, нет, не то. Где я вообще нахожусь? Подождите, я не понимаю, куда идти. Вау! Минусанул. Нет, не минусанул. Все, что я вспомнил. Здесь нужно спасать заложников. Да. Кстати, на этой карте отлично это идет АВП. Вообще прям шикарно. Стали, стоит тебе всю игру, и все, проблем нету. Ой, извини, братюня, извини. А, не хотел. Да, здесь, по-моему, работает ТА, тем-атак, да? Раньше банили, я помню, в 1.6 за ТК, тем-киллер, и ТА, тем-атак. Нет, карту я эту вообще не знаю, даже близко. Это, наверное, новая карта, ее, наверное, не было в 1.6, а может, была. Я вообще не понимаю, что нужно делать. Но я понял, что нужно... Опа, опа, минусанул одного, нифига я на скилле! Ха-ха, все. Мне можно вступать уже в Тиму. Virtus.prus. Так, let's go. Здесь вообще видимость очень тяжелая, то есть не видно врагов. Или они очень далеко находятся постоянно. Так, второго минуса, ну. На, третьего. Заметьте, троим в голову. Окей, минус 3 я сделал. Идем дальше, что ли? Поубиваем побольше, я думаю. Ах ты чмо, а? Я думал, ты нормальный, ты ненормальный. Я думал, он свой. Не, пошутил, я так не думал. Ну, заметьте, троих минусанул. Минимум двоих в голову. Первого я не помню, в голову или нет. Ну, сами понимаете, H-skill на высоте. Я думаю, надо потренироваться, будет побольше по ней выпусков сделать по этой игре. А, ну, давайте перечислим плюсы. Плюс от этой игры. Ну, само собой, вот новые видосы, интересные моменты, обсуждение каких-то тем. Потом, я смогу делать отдельные видео с хорошими моментами из игры, да? Где, например, я делаю минус 5, там, вставлять музыку и так далее. То есть это тоже такое, это, интересные такие видосы будут. Потом можно играть со зрителями, спокойно набирать огромное количество людей, набирать по 500 человек и нагибать.
Let's go, let's go. А, мне, кстати, дали приз, по-моему, за то, что я больше всех убил. Теперь я могу купить супероружие. Move it, move it! Нет, 10 своих мы лучше бить не будем. Все боятся даже ударить кого-нибудь. Ладно, let's go. Я помню, что одно из лучших оружий у спецназа, это, по-моему, М16? Нет, это М4, М4, да. А у террористов алкаш у них. Ой, калаш. Ну, алкаш, калаш, вы понимаете, одно и то же. Вообще не знаю карта. Вот извините меня, вообще не знаю, куда идти. Вот в следующем выпуске я обязательно сделаю даст. Офигеть, сколько здесь много стреляют. Офигеть. Я даже не знаю, как они меня-то видят, вопрос. Да, непонятно. Как они меня видят? А меня убили из-за ВП, наверное, и все. Вот они через ВП увидели. Ну, давай, братюня. Ах. Ну, днище. Ну, сами видите, слабый, слабый игрок. Сука, он играет 5 минут, наверное. Ну, давайте, пойдем тогда на прорыв. Возьмем тогда мы... Кстати, мое любимое оружие, вот это вот, да, дезерт. По-моему, он называется Пустынный Орел, насколько я помню. Хватит стрелять, я ничего не слышу. Гранаты. Это называется, по-моему, Пустынный Орел. Топовый, топовый пистолет, тоже великолепный. Часто в мувиках, да, за этот пистолет делают сразу минус 15 человек. Вот уже стреляют отсюда, нифига. Неужели нас уже видно? Пойдем туда, где все. Блин, нифига я купил это говно. Ну ладно, побежали, побежали. Лучше в следующем выпуске, да? Я вам покажу игру на знакомой мне карте. Дус 2 я знаю наизусть абсолютно. А это просто вообще тьма. Ну, опять в голову. Эх, везет бомжу, везет, да. Ну, он 3 раза попал, я с одного выстрела попал, кстати, в него. Видим, здесь тоже разные люди играют. Интересно, здесь сразу играют и русские, и англоязычные? Или только русские? По-моему, только русские. Кстати, в игре тоже активно используют голосовой чат. Я просто его вырубил. Потому что записывать с этим чатом нереально. Там столько матов, да? А вы знаете, что на Ютубе нельзя выкладывать уже видео с матами. А запикивать это без вариантов. Поэтому будем играть без голосового чата. Можем поиграть с голосовым чатом, если уже играть, например, со зрителями. Кстати, вы к этому видео напишите в комментариях, да, кто хочет поиграть. Например, игра со зрителями на запись, да, пишите свои стимы и так далее, поиграем. Еще раз говорю, у меня аккаунт чистый, прошлый аккаунт у меня полностью забит друзьями, поэтому это чистый, да, здесь будут чисто друзья по этой игре. Поэтому всем открыт доступ. Убивай его, убивай. Нет, ты должен сейчас это, неправильно, ты должен смотреть пониже, то есть смотри пониже, вот, бери, давай, заложника, да, я его сейчас научу, как играть. Теперь смотри прямо, вот, молодец, да. И вот убивай его. Ха-ха-ха-ха. Лах. Ой. В принципе, это было не смешно, но ладно, я сделаю вид, что это было смешно. Здесь, наверное, ближний бой вообще. Вот на этой карте, да, у меня стата будет говно. Хотя, смотрите, не самая худшая стата. Но я говорю, карта вообще ни о чем для меня, я вообще ее не знаю. Пулемет. Дробовик, какой дробовик? О чем ты говоришь? Вася, быстрее! Эх, я не взял. Что за пуколку взял? Эх, это пулемет. Ой, не пулемет, типа УЗИ. Тут же дым кинул. Оп-оп-оп-оп-оп. Еще модно вот так делать. Сразу повышается скилл. А, они туда смотрят, да? А я еще бегу, думаю, надо туда смотреть. Блин, уже кого-то убили. Господи, я ненавижу эту карту. Помогите мне. Здесь сразу с респавна уже убивают. Ну, смотрите, здесь физики вообще нету. Забудьте про физику, да? Здесь бочки не ломаются, физики ноль. Блин, не, реально, карта вообще не моё. Я вообще не понимаю, куда идти, куда все стреляют. Здесь можно, в принципе, ориентироваться по радару. По-моему, раньше такого тоже не было, да? Теперь, когда кто-то атакует из врагов, да, у вас на радаре показывается, где он был в это время.
Меня по-любому сейчас убьют, потому что они меня убьют каким-то образом. Я никого вообще не увижу. Да. О! О! Как там менять? О! Так, где-то здесь наш союзник бегает. Ага. Да убери ты, дура, убери! Во. Не, мы сейчас должны нагибать. Понимаете, миллионы людей ждут от меня хардскилла. Вот он наш. Эй, вы чмыри, вы где? Так, давайте, мужики, давайте, я тащу как могу. Вообще я больше ориентируюсь, да, и у меня лучше получается в небольших местностях, то есть более-менее закрытых местностях. Вот где был выстрел, покажите мне. Почему на карте я не вижу? Блин. Ну чё? Эх, проиграли мы. Вот, заметьте, да? Это, вроде он спалился, но при этом не было видно его на карте. Так нечестно. Кто-то будет ругаться, конечно, когда ты первый раз видишь карту, а я ее вижу первый раз вместе с вами на запись. Тут тебе ориентироваться очень сложно. Ума-то, когда кого-то убиваешь, так забавно. О, откуда у меня все это? А, я же выжил, да? У меня еще световая граната. Во, кстати, здесь хорошо, я говорил, здесь АВП вообще зачетно пойдет. Но здесь нужно все выучить, да? Где ты будешь стоять? Во, ну-ка, подожди-ка. Во, видали, я спалил его, да? Но я вроде никого не убил еще. По идее, должен был убить пятерых. Во-во-во. Я в кого-то стреляю. О! Мы убили, видите, пишут. Вкусняшка. Видимость нулевая. Просто нулевая. Как они дохнут? Вот, я вижу, где-то он там был, да? Как они все дохнут до одного дебила? Где-то здесь он есть. Ну, иди сюда, чмо. Патрончики. Ну, блин, а. Тварь. Это чмо выжило с одним... У него 6 хп осталось. Эх, ну ладно, ладно. Зато они знают, что я их обосываю, играя 2 часа всего лишь. 2 часа. Можете проверить мое время в игре. 2 часа. Интересная игра, безусловно, интересная, да? Я уже говорил, что... Она входит в топ по количеству игроков. Кстати, по-моему, вот, например, 1.6, да, легендарная игра, Counter-Strike 1.6, да? У нее очень много поклонников. Но, по-моему, когда вышла Counter-Strike Source, да, мне кажется, или это была провальная игра, да? Но когда вышел Counter-Strike GO, он опять поднял популярность CS. И очень многие переходят на GO. То есть многие не переходили с 1.6 на Source. Они говорили, типа, Source там много ресурсов требует, не буду в нее играть. А теперь многие переходят на Go. Вот так вот. То есть Go восстановила былую славу. А давайте возьмем какую-нибудь винтовочку хорошую. Во, вот так вот, да? Ну чё ж, чё, себя не уважаю, что ли? Без обиды надо пострелять. Видите, все стараются не попадать, хотя внизу пишут, что попадает. Ну, let's go. Потихонечку мы уже изучаем эту карту. Вот я знаю, что нужно туда идти, да? Сейчас я беру АВП. По замыслу я должен сделать минус 10 человек. Во, они уже так близко. Стоп, стоп. Вау! Ну нифига у меня скиллок. Тварь, вы видели, да? Побежал, ага, ну чему, такое тоже бывает. Да дайте мне залезть уже. Жопа не залазит. Я застрял. Не, мне нельзя в эту игру играть. Да дайте я залезу, вонючая гора, уберись от меня. Так, окей.
Окей, смотрим по радару. Не, очень хорошо зарешал, вы видели? Это был реально такой момент внезапности, да? Такое тоже бывает, то есть они танкуют, бегут именно на ВПшников. Окей, патрулируем. Ну, эта игра, да, больше для крыс, там, стоять с ВП всю игру, пердеть, не знаю. Мне почему-то такое ощущение, что они могут обойти сейчас. Самое главное для ВПшника это выучить все места наизусть. Вот, да, надо ориентироваться. Так, чувак, ты где? Не, не люблю я ВП, вы просто не представляете как. Тихо, братюня, извини. Братиши, извини, ну мой АВП. Эх, говно. Нет, АВП, конечно, я говорю, шикарное оружие, но нет. Рано еще АВП. О! О, за меня голосуют. Меня выгоняют из Стима, за что? Я же топовый игрок. А пускай выгоняют, нам все равно. Мы сможем спокойно найти еще миллион игр. Само собой, да, когда вот приходит человек-новичок, у которого мало опыта играть, да, они само собой будут там возникать, пердеть, ныть. Но нам, честно говоря, посрать. Вот честно скажу, вы сами понимаете, да я срал. Не нравится им, ну пускай поплачут, Господи Иисусе. Нет, лучше ТА не делает, не атаковать, потому что они тем более еще будут сильнее ныть. Ой, без палева так. Ладно, let's go. Пока у нас не получается, но я обещаю вам, что скилл поднимем. Обязательно поднимем. Выучим. Тем более у нас бывают моменты, когда мы делаем по минус 3. Окей. Чмо. Тварь тупая. Тоже моя ошибка была, что я присел. Да, вот это плохо. Ну, в принципе, мы сделали хорошее дело, мы подарили человеку оружие, пускай он, я думаю, пригодится ему это оружие. Так, сколько там у нас? Ага. Ну, сейчас мы уже будем закругляться, да, следующий выпуск, я думаю, будет гораздо динамичнее и стата будет получше, потому что следующий выпуск я сделаю обязательно на карте Dust. Еще свободное время я немножко потренируюсь пару часиков, разомнюсь, так сказать. И будем уж нагибать. Но эта карта, честно говорю, мне не нравится. О, видите, голосование. Кстати, давайте проголосуем. Надо было проголосовать, когда меня выкидывали. Надо было за проголосовать. Как интересно делается голосование? Как предложить выкинуть кого-нибудь? Ну давайте. Кто там остался у нас? Остался один. А, нет, подождите. Двое остались. Трое. Гоу, давайте. Кстати, здесь многие играют уже который раз. Я не знаю, давайте я покажу даже. Капитан Мишник, он, наверное, уже играет, наверное, 8-ю и 10-ю карту. Только я его вижу, он постоянно играет. Или просто меня китает. Кстати, здесь тоже умно сделано, да, что здесь идет подбор игр по вашему пингу. То есть, например, если у вас большой пинг, то, ну, само собой, к вам будет меньше людей попадать. А если у вас маленький пинг, у вас сразу будет игру находить. Ну, давайте, мужики, давайте речи. Еще давайте, короче, сыграем одну игру. Одну игрушку. Кстати, да, еще одно отличие новой версии от старой, что здесь такую тему ввели. Можно покупать оружие, скины для оружия. Ну или выпадает из сундуков. А ВП я не хочу. Давайте возьмем мой пистолетик, любимый. То здесь можно менять скины оружия. Некоторые даже сами создают. А, еще одно новое оружие, электрошокер. Я вообще не видел, чтобы кто-нибудь с ним играл. Никогда не видел. Она, наверное, не популярная. Насколько я знаю, здесь всего лишь один выстрел. То есть шокер стреляет один раз и очень близко нужно стрелять. Но он... О, мы рядом с ними, смотрите. Но он убивает с одного попадания.
По-моему, здесь, наверное, еще можно менять одежду, да, по идее, по замыслу. Мы прямо из этого дома, насколько я понял. Это же их не дом. Так, кто-то меня попал. Ну, видите, вообще без шансов, моментально убивает чмо. А, ну, я затанковал, видели, да? Благодаря мне мы убили его. Ну все, всем спасибо за просмотр, комментируйте видос, пишите Steam, свой Steam пишите, да, поиграем вместе. Извиняюсь, что тупил, я говорю, что я не играл очень много лет, не знаю, может лет 5, 7 или даже 10. Я вот играю всего лишь 2 часа, поэтому вот непривычно. Все, всем пока!